Ник, пойдем завтра в зал, там поборемся. Так а что ты ругаешься, блядь? О, блядь, ты что нахуй? Ты начал нервничать, блядь. Ты боремся. Я сдал, что ли? Ты что, со мной ругаешься, что ли? Что ли? Ты со мной ругаешься, что ли? Что, погнал на? Что, погнал? Ты со мной ругаешься, что ли? Что, погнал, ёпт? Что, погнал? Нет, блядь, нет. Ты просто встанешь, я тебе в ебальник, ну как дам, блядь. Мне похуй, что ты. Сань, блядь, ты что, долбоёб, что ли? Хорошего нет, у меня сейчас... Да, Санёк, хорошего, блядь, что ты... Реально, что Сайпа, у тебя крыша едет, белый, что ли? Ты так не любишь. Иди на лоб поцелуй, блядь. Сань, Сань. Ты блядь. Как то, что ты первый, блядь, начинаешь доёбываться на людей, потом тебя люди нахуй, естественно, посылают, когда Санёк едет людей. Мы с тобой боремся, нахуй, ты начинаешь... Почему мы с тобой боремся? Кто с тобой борется? Он с тобой не боролся, я вообще дурак, что ли? Да вы заебали, нахуй, что вы мне из меня хат строите? Чё давай хочешь? Поборемся тут тогда, блядь. Что хочешь? Что хочешь от меня? А? Я вообще ничего не хочу, блядь. Да иди спать, нахуй. Простись, ты заебал, что ты хочешь от меня? Что ты мне воёбался? Кто он заебался? Я говорю, спокойно стоял, ты чё, ёпта? Я на тебя не дурак, нахуй. Ты на меня полез, ёпта. Ты чё, дурак, нахуй, или чё? Сань, ты чё, на видео хайпануть? Ты чё, какое видео, ёпта? Ты чё, дурак, что ли? Успокойся. Я стоял, курил, ёпта. Ты чё, нахуй? Он хочет... Ты дурак, что ли, ёпта? Я с тобой разговариваю, нахуй. Так, ты чё, я дурак? С тобой разговариваю. Ты дурак, что ли, или чё? Ты чё на меня полез? Если ты мне сейчас ты чё на меня полез? Убьёшь, я буду бить. Ты чё на меня полез? Я тебе нормально говорю, ты чё на меня полез? Так мы угорали, нахуй. Кто угорал? Я курил, стоял. Кто угорал? Успокойся, ты чё? Я тебе говорю, успокойся, ты чё, дурак, что ли? Успокойся, блядь. Ты чё, дурак, что ли? Ты чё, какой-то, или чё, клоун? Сайкер, хорошо, что ли, видел нас? Успокойся, ты чё, я с тобой драться не собираюсь. Так иди, ёпт, проспись, ты чё, нахуй, да свинья? Да в смысле проспись, блядь? В смысле, как свинья, нахуй? Да в прямом смысле, ёпт. Ты чё, дурак, что ли, или чё? Успокойся, я ещё раз говорю, я с тобой драться не собираюсь. Я стоял, курил, ёпт, нормально, ты дурак, что ли? Или чё, нахуй? Ты чё на меня лезешь, ёпт? Да, я на тебя лезу, ты на меня лезешь, ёпта, я курил, извини меня, дурак, я с тобой нахуй общаться вообще не буду, ты дурак, что ли, ёбаный, что драться хочешь, ёпта, давай нахуй выйдем, завтра сдали, ёпта, подерёмся, да я тебя нормально, ты чё, свинья, что ли, ёпта, хуй себя ведёшь, я тебя убью нахуй разок, блядь, давай нахуй завтра в зале с тобой встретимся, нахуй, да я тебя убью, нахуй, ёбаный рот, ты чё хочешь, ёпта, от меня, я стоял, курил нормально, ёбаный рот. Ты чё, блядь, ты не охочешь, я тебе ещё раз говорю. Блядь, ты дурак или чё, ёбаный рот, блядь? А, нахуй, ёб, свинья, блядь. Успокойся, нахуй, ёб. Нахуй. Так а чё я тебе говорю, как ты себя ведёшь, нахуй? По отношению ко всем, нахуй. Ты себя ведёшь, ёбаный рот, нахуй. В смысле свинья, блядь? Ты себя ведёшь так, нахуй, понял? В смысле свинья, блядь? Ты с ума, блядь. Хорош, Тайпа, ёбка. Ты успокойся, ты сядь, сломаю, сейчас, нахуй, все, что давай, хочешь. Давай, в зале, нахуй, с тобой. Я прям сейчас все сломаю. Ты чё, ёпта, от меня хочешь, нахуй?
Ты нахуй мне осень, блядь, вот нахуй. Ты нахуй ко мне приебался, успокойся, нахуй. Да, с этой стороны, ебать, я тоже толкнул туда, нахуй. Ты дурак, нахуй, или чё? Хорош, я тебе еще раз говорю, нахуй, успокойся. По-хорошему, блядь. Не, хорошо, ты дурак? Все, хорошо. Или чё, нахуй? Я буду бить, дурак, или чё? Я тебя буду бить. Давай, нахуй, завтра, я тебе реально нахуярю, блядь, или сейчас, или завтра. И ты с ним успокоишься сейчас. Мама, я один. Тебе надо про задумать. Да отстаньте от меня, я сам все. Вот я тебе говорю, надо тебе какую-то карту найти, что это там хобби. Можем хобби заниматься. Хобби. Мне очень все нравится. Чтоб цели было не только бухав, ебать, там, можем. Ты говоришь, здесь. Цели моя, всех нахуярю. Что тут с того вообще? Как будто ты его раз сделал, да, или кто? Кого? Кто такого не было? Мама, я один. Сюжет. Да я тону, но я не сел в лужу. Движение этих типов называем гагнам. Движение этих типов называем гагнам. Движение моих типов называем гэнгэм. Лучше глупые вопросы, брат, не задавай к нам. Самый разговорчивый тут получает KO. Вон дверь, пошел вон двор, теперь твой дом. Это двор мне как роддом. Там хуйня какая-то, конечно. На нёрд пригнали к пацанам на студию, набили лобата на звукарь. Пока вроде получается, но долго разбираемся. Дверь подвёл, вон, двор, теперь твой дом. Это двор мой как роддом, с этим сом, это для корней норм. Это не лей, улицы поверь, знаю, кто такой корней, эй, бегу от нулей, эй, до шести нулей, эй, улицы. Это СПБ. Что пишем, брат? Вот так работает, вот сюда вот так вниз, вот сюда вот так вниз. Я вот делал, короче, у меня почему-то не работает. Альт, короче, здесь альта нету, короче, понял, здесь команд. Команд. Да, здесь команд, братан. Оп-оп-оп-оп-оп. Вообще не местный. Ну, оно, видишь, для инженера, для того, как бы. А что тебе надо сделать, что ты хочешь добиться? Да я уже сам не понимаю. Не, я хочу добиться, чтобы этих... Вот видишь, оно как-то чуть-чуть, сука, не успеет. Ну чё, братан? Поймать, да? Попробуй зажать, типа... Ловим, ловим. Как ты думаешь, надеюсь, мы что-нибудь дословим, пацаны. Пацанчики снимают, им нравится, как записать. Нажимай эту хуйню. Нихуя, да, вообще? Жёстко. Присядь, отдохни пока. Тут писал, отдохнул. Не, с кайфом звучит вообще, прям. Да, ну звучит-то звучит, ничего не звучит там, потому что ничего мы не умеем, не можем. Да и хуя слышно, оби там только успевает, понял? Ай, ты такая, он сам не понимает. Я просто первый раз не понял. Потом для меня кажется, что это охуительно просто, блядь. Только у тебя какой-то, блядь, сервер, куплет, как припев по длине, ничего? Да там еще, блядь, второе куплет. Ну что, Нёрд Рекордс записали трек, в общем, вот сейчас посмотрим, как он звучит, послушаем. Найди на бат, брат, как мы? Есть, реально? Вообще пушка, я считаю, что это просто самолет. Самолет? Пизди же, сука. Ладно, бинги будет брать. Не, ну так такой, да, слышишь, новая школа, старая, типа, да, присутствие, да? Что скажешь, брат, на самом деле? Скажи, что думаешь, что тебе не играет. О том, что у тебя отключена, не веришь? Нет. Что случилось-то? Нет, все нормально, вот делаем трекан сейчас. Слушай, что, идет звук, нет? Тяжелый трек, записываем его тут. Ну, надеемся, все получится. Сейчас вроде все получилось, но какие-то есть нюансы. В общем, влоги для вас, сейчас пойдем дальше. Кстати, на встречу, скоро у нас концерт 5-го... Чего? Февраля. 5 февраля концерт Клуб Action. Билеты по 600 рублей, переходите, будет в описании ссылочка. На билеты, и давайте сделаем этот разъеб вместе. Возраст 14+. Никуфа, не хочешь массаж принять на седле?
Не, спасибо. Наши не башат вообще, я хочу сейчас. Я братан, могу. Я тебе говорю, иди расслабься, охуеешь. А ты башку не поднимаешь, он тоже массирует. Да-да-да, я от ушей заболел сразу. Слушай, вообще с кайфом. Давай-давай, повяжу, у меня скинка. Слышь, возьми пульт. Вот пульт, возьми кнопку, нажми красную, выключи. Я не могу. Ты тоже можешь. У меня атрофировано все. Сейчас с кайфом, я обещаю, вылезу. Красную кнопку, руки высовывай туда. Руки засунь туда, вот, да-да. Да, прям? Нет. Хорошо так. Хорошо тебе? Ну так. Голову опусти. А? Голову опусти. Сейчас так катапультирует, блядь. Сейчас я тебе говорю, ты охуеешь. Прикольно, хорошо вообще. Мои ножки, мои любимые пальчики, ножки. Давай, давай, ебашь, да. Че, бедник, пускай? Не, нормально, я просто опять сам. Короче, пытаюсь застегнуть, да. Что, купил себе он? Да, взял пацанов на 08. Взял реально? Конечно. Почем отдали ему, пацаны? 2800. Да? Да. Вообще с кайфом, его охуенная тема, мне нравится, я сейчас на ней пойду. Бабки отдал его? Конечно, да, ёбану, вроде. Нет, блядь, ипотеку взял, ёбану. Пацанам, 33 клуба, вот отдыхаем после студии, вот так вот на чили. Есть время расслабиться, как говорится. На чили, на расслабоне. Ой, вообще хорошо, ой-ой-ой, хорошо. Я говорю, меня вчера в такой убьют, нахуй на улицу выйдут. Так вот, я тоже завтра выйду поначалу, короче. Ну, в Питере-то ладно. В Питере-то...